3000 предпринимателей. 40 регионов России. 5 дорожных карт. Самый масштабный бизнес-эксперимент. Реальная проверка работы госструктур. Члены клуба лидеров – тайные покупатели. Как упростить процедуры ведения бизнеса? Рекомендации и предложения. Отчеты и дневники предпринимателей. Делай бизнес. Весь год на телеканале «Россия-24». Вторая дорожная карта. Проверка результатов рейтинга Doing Business в сфере международных перевозок. В частности, процедуры прохождения российской таможни. Трое предпринимателей пошли на беспрецедентный бизнес-эксперимент и провозят реальные грузы в 20-футовых контейнерах из Германии в Россию. Мы сейчас найдем несколько поставщиков бумаги. Алексей строго следует всем ограничениям методологии Doing Business и везет бумагу. Товар, не требующий сертификации. Я потерял огромное количество нервных клеток. Я практически не спал две ночи. Ян везет детскую одежду и на всех этапах действует самостоятельно. Возьмем-ка мы непростой груз, липу, клен и боярышник. Дмитрию нужно доставить в Россию саженцы. Сложный груз, при провозе которого обязательно будут досмотры и проверки. Поэтому Дмитрий воспользовался услугой таможенного представителя, который взял на себя все хлопоты, включая заключение контракта с поставщиком. Два груза будут перевозиться морем, а деревья – сушей. И сейчас в Германии уже выбираются нужные образцы. Клены и еще раз клены. Здравствуйте, Андрей. Как у вас идут дела? Скоро приеду весь в деревьях. Здесь такое огромное количество вообще всего. Весь питомник в Россию бы привез. Груз Дмитрия Волкова скоро покинет немецкий город Висбаден. Фура с саженцами пройдет через Польшу, Литву и Латвию и пересечет границу России вблизи Пскова. Конечная точка – склад временного хранения в Коломне. Добрый день, коллеги. Здравствуйте. Так, мы сегодня опять возвращаемся к нашей операции «Бумага». Я предлагаю сконцентрироваться на трех ключевых аспектах. Первое – это документы, деньги. Третье – это время. Если можно, вы мне расскажете, в каком мы сегодня находимся состоянии. Нам дал ответ тот банк, с которым мы обычно сотрудничаем. Там аккредитив открывают при сделке от 100 тысяч евро. Аккредитив – форма расчета при торговой сделке между банками плательщика и поставщика. Фактически является довольно сложной банковской услугой. Именно международный аккредитив для финансирования операций импорта и экспорта товаров предлагает использовать методологию Doing Business. Однако в России услуга открытия международных аккредитивов является дорогой и занимает значительные сроки. Поэтому гораздо чаще компании и предприниматели используют прямой перевод денег. Марина, добрый день. Нам надо осуществить платеж через обеспеченный аккредитив в фирме в Германии. Как это сделать и сколько это времени займет? К какому сегменту бизнеса относитесь? Малый, средний? Средний. То есть оборот у вас свыше 320 миллионов? Да. Хорошо, в таком случае
случае оставайтесь, пожалуйста, на линии, переведу вас на коллег, которые обслуживают средний бизнес, коллеги вас проконсультируют. Хорошо, спасибо, ждем. Так, это уже или Шуберт, или Моцарт, наверное. Угадай мелодию. Добрый день. Для подобных операций необходимо провести финансовый анализ. Занимает это, ну, где-то недели 3-4 точно. Дико большие сроки, 4 почти недели, и мы ни в коем случае не уместимся в какие параметры. Мы едем в банк «Региональный кредит» к господину Кчерствову. Я хотел бы сегодня получить консультацию по поводу аккредитива. Очень много вопросов, очень много проблем. Нам нужен профессиональный взгляд на эту проблематику. Рад, что ты заехал. Какие могут быть пути для того, чтобы реально сократить этот срок? Так получается, что международные расчеты и аккредитивные расчеты в целом – это не очень массовая услуга, и достаточно большое количество банков эту услугу оказывают по остаточному принципу. То есть они ее могут делать, но в принципе каких-то больших подразделений, специалистов, которые занимаются именно аккредитивами, но есть далеко не во всех банках. Вот-вот, мы тоже с этим столкнулись, где была даже планка отсечения, что ниже 100 тысяч долларов мы не занимаемся. Ну, это так. Это важно, то есть, да? Может решиться только со временем, когда, соответственно, спрос на эту услугу будет более высокий, то банки будут вынуждены, соответственно, сделать ее более конкурентоспособной, а значит, сократить сроки реализации. Несмотря на то, что наши участники стартовали очень бодро, сразу возникла первая проблема. На детскую одежду необходим сертификат. Причем на каждый вид одежды отдельный сертификат. Выдают такие сертификаты? Масса компаний. Но как выбрать правильную компанию, чтобы потом не возникло проблем с таможней? Один из наших участников оказался практически в тупике. В ряд компаний есть полугосударственные структуры, которые выдают сертификаты. Но мы слышали, что это очень дорого. Сейчас будем звонить и разбираться в этом вопросе. Я делаю импорт детской одежды из Германии, а услышал, что мне для этого нужны будут сертификаты. Вы мне не могли бы помочь в этом вопросе? Давайте тогда хотя бы сначала разберемся, в какой ценовой категории будут... Так, ценовую категорию сейчас вам сходу никто ничего не скажет, поскольку мы не видим ни для начала ни заявку от вас, ни то, чем вы хотите заниматься и в каком объеме. Я хочу из Германии заказать партию одежды для детей. Хотите, везите, подадите заявочку, мы вам объявим, сколько это будет стоить. А процедурно все написано в регламенте таможенного союза 030/2012. Для того, чтобы получить сертификаты заранее, я должен образцы взять в Германии и привезти сюда. И самое, что интересное, компании дают, мы в разные компании звонили, от 5 рабочих дней практически до месяца срок. Я не знаю слово «труд». Мне больше нравится слово «творчество». Мы занимаемся тем, что берем самые лучшие, самые сливки из других стран и назад интегрируем в Россию. Это очень сильно помогает бизнесу. Мне надо было жениться, и нужны были деньги на свадьбу. Господа экспериментаторы, приветствую вас в нашем штабе клуба лидеров. Как продвигается контрольная закупка? Уже все контракты заключили? Судя по глазам, возникли сложности на первом этапе. Давай ты первый. Да, друзья, я как самый опытный участник внешнеэкономической деятельности столкнулся с серьезными проблемами. Я до сих пор не заключил контракт. А причина тому аккредитив.
И проблема даже не в самом открытии аккредитива, а во времени. Мы столкнулись с тем, что нам требуются достаточно длительные сроки для того, чтобы открыть аккредитив. Проблема вообще-то знакомая. Мы в клубе лидеров исследования провели, 10 банков опросили. И российских банков, и западных дочек финансовых институтов. Действительно, во-первых, не все работают с аккредитивами. Во-вторых, не все работают с компаниями, у кого оборот меньше 5 миллионов долларов. И в-третьих, даже консультацию, чтобы получить, нужно было бы минимум потратить час времени на один банк. Хорошие банки. Я подтверждаю эти слова, но предложение у меня пока одно – бросить все и куда-то сбежать. Нет, мы не сдаемся. Давай думать. Давайте заключать контракт напрямую, подписывать договора и платеж делать в качестве 100%. Мы находимся с вами в Fabrication Lab, это лаборатория MISIS. Очень интересное и важное место для тех людей, кто изобретает, тот, кто делает совершенно новые, нестандартные вещи в технологиях, в производстве. Здесь мы сделали логотип, логотип Волгобаса. Это птица, парящая над Волгой. Когда-то мы, 20 лет назад, придумали делать в стране автобусы. Все говорили, вы сумасшедшие, вы никогда не сможете сделать свой российский автобус. Мы это смогли сделать. Я не знаю слова «труд». Мне больше нравится слово «творчество». Я занимаюсь творчеством, я творю. Я занимаюсь вот этими процессами. Мы изобретаем, мы делаем новые машины, мы делаем новые формы. Когда я это вижу на улице, когда я вижу, как это работает, это просто сумасшедшие эмоции. Сумасшедшие эмоции. Ян, что у тебя? У меня, слава богу, такой проблемы нет. Контракт заключен. С чем прошу меня поздравить. Но... Молодец, молодец. Спасибо, спасибо. Но возникли совершенно другие нюансы. Во-первых, в рамках переговорного процесса столкнулся с двумя проблемами. Первое. Это очень скрупулезный такой немецкий подход к условиям. 100% предоплата в любом случае. То есть я должен отправлять деньги за рубеж незнакомым мне людям, по сути, да, компанию, которую я в жизни не видел, вживую. И надеяться на то, что поставка будет осуществлена как не надо. Не ты один, у нас такие же требования. Торги здесь не уместны. Да, совершенно верно. Но что меня остановило сейчас? Оказывается, никто мне до этого это не говорил, что одежда, а я выбрал детскую одежду, она подлежит сертификации. Ты не можешь везти этот товар вообще в нашу страну. Более того, я 4 или 6 часов потратил лично на обзвон различных компаний, мне никто толком ничего сказать не может. Поэтому будем смотреть, как у нас это в России работает. Не являясь особо спортивным человеком, мягко выражаясь, как знают мои друзья и коллеги, в последнее время я стал больше уделять внимание утренним пробежкам. Это очень сильно помогает бизнесу. Первый опыт в бизнесе мой был приобретен в студенческое время. Я искал работу на лето и нашел компанию, работающую на рынке недвижимости. И с этого момента, наверное, все и пошло. Я выбрал путь предпринимателя самостоятельного. Было принято решение начинать очень интересный, крупный международный бизнес промышленных инноваций. Мы занимаемся тем, что берем самые лучшие, самые сливки из других стран и назад интегрируем в Россию. Порой тяжело уснуть, постоянно думаешь о бизнесе, постоянно приходят в голову какие-то мысли, просыпаешься. Вот бег, наверное, это одно из наиболее эффективных средств, которые я в себе нашел, для того, чтобы отлично чувствовать себя в течение дня, для того, чтобы успевать практически все, что я запланировал, и находиться в прекрасном настроении. Дмитрий, а что у тебя? Похоже, я пошел
самым правильным путем. Я уже заключил контракт. При этом это было очень комфортно. Это был договор с таможенным представителем. Этот таможенный представитель взял на себя все риски и всю работу. То есть он заключает, ведет переговоры и заключает договор с питомником в Германии. Он обеспечивает всю логистику, он обеспечивает таможенную очистку. И я здесь получаю уже готовый, полностью очищенный товар. Да, сертификат тоже нужен, фитосанитарный сертификат, но и это тоже берут на себя они, его сами оформляют. А ты для чего в этой программе участвуешь? А что я плачу деньги, Ян. Это немало. И нужны были деньги на свадьбу. А сначала мы крыли крышу. Потом это был маленький бизнес по строительству. Потом это был средний бизнес по строительству. А сейчас это уже большой бизнес. Это большой холдинг, который занимается строительством особо сложных, уникальных объектов. Мы действительно строим то, что очень немногие люди в России способны делать. Началось уже больше 15 лет назад, был 1998 год, август, кризис. И бизнес уменьшился 10 раз буквально за полмесяца. Это был тогда шок. Казалось, что это катастрофа, и уже из нее никогда невозможно выйти. И вместо того, чтобы отчаяться, мы с моим товарищем вдруг нашли себе новое хобби. Это был дайвинг, это были погружения с аквалангом. На секундочку оказываешься в совершенно другом мире. Ты такой маленький космический корабль. Ты летишь, как этот маленький космический корабль, и остаешься один на один с тем, что рядом. Это может быть пещера, это может быть море, это может быть озеро, это может быть какой-то другой водоем. В конце концов, это может быть даже этот бассейн, который тоже дает на самом деле вот это ощущение. Жабры надо периодически прочищать. Итак, друзья, значит, что у нас получается? Что больше всех сейчас продвинулся Дмитрий. Значит, у Яна уже заключен контракт, но есть проблемы со сертификатом. Непонятные сроки решения. А у Алексея не заключен контракт, но мы договорились, что сейчас будем действовать без аккредитива, и ты будешь заключать напрямую. Ну что, двигаемся дальше. Контрольная закупка продолжается. Фура, по моим подсчетам, уже должна подходить к пункту таможенного пропуска в Курачках. Я запросил своего таможенного представителя об очередях на границе. Он мне сказал, что, похоже, их нет. Однако точно предсказать все равно ничего невозможно. Посмотрим. Сейчас бумага в Нойсе. Это 10 километров от Дюссельдорфа. По требованиям Doing Business мы должны заказать 20-футовый контейнер. Мы сделали оплату 10 тысяч евро, и бумага будет загружена. К сожалению, мы имели очень серьезные проблемы с оплатой, но мы вышли из ситуации, платеж совершен. Вот теперь я уверен, что больше никаких проблем не будет. Фура с бумагой выехала со склада в городе Нойс в Гамбург. Для чистоты эксперимента контейнеры следуют точно по маршруту рейтинга Doing Business. Груз будет доставлен морем из порта Гамбурга в порт Санкт-Петербург. Это не самый дешевый и не самый близкий путь. В нашем эксперименте наступил самый драматичный момент. Фура с саженцами пересекла российскую границу
но еще не прошла Россельхознадзор. Одновременно с этим одежда и бумага вышли из порта Гамбурга и направляются на таможню в порт Санкт-Петербург. С каждой минутой становится все тяжелее и тяжелее. Что, приехали? Приехали. Тупая, глупая работа. Вот подписываешь, печатаешь, подписываешь, печатаешь. Так вот несколько часов в день. Я не понимаю половину вещей, которые здесь просто прямо сейчас. Отгр-спец. Что это такое? Я хочу просто уточнить, что у нас там происходит. Потому что серьезно волнуюсь. Где здесь малейшие намеки на логику вообще?